1 апреля 46 комиссий Самарской области приступили к проведению весенней призывной кампании. С этого года требования к качеству здоровья молодого пополнения повышены. Однако в регионе отмечается тенденция улучшения показателя годности граждан к военной службе. Основная масса призывников получит отсрочки из-за учебы по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. Сейчас в правительстве Российской Федерации рассматривается вопрос о предоставлении отсрочки гражданам, которые работают в организациях, связанных с IT-технологиями. Да? То есть будут правительством определены ряд организаций. Эти организации направят списки ребят, которым необходимо предоставить отсрочку от прохождения военной службы. Эти списки будут направлены в военные комиссариаты для дальнейшего предоставления отсрочки. Весной в ряды вооруженных сил России направят более 3000 жителей Самарской области. 13 человек пройдут альтернативную гражданскую службу. Более 100 призывников, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям в ДСАФ России, будут служить водителями. Самарскую казачью воинскую часть пополнит 60 членов Волжского казачьего общества. 15 призывников области будут проходить срочную службу в президентском полку. На эти места строгий отбор. Образование должно быть не ниже 11 классов. Рост от 180 сантиметров, хорошее здоровье, а также отсутствие татуировок на теле. У призывника и его родственников не должно быть судимостей. Органы военной прокуратуры обеспечивают соблюдение законности при проведении призыва. Особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим нормам. На сборном пункте пройдет обязательное тестирование призывников на наличие коронавируса. Жалобы поступают как в комиссариаты, так и в органы военной прокуратуры. За 2021 год у нас поступило 109 жалоб по вопросам призыва. В этом году уже поступило их 23. Мамы, как правило, очень волнуются за состояние здоровья детей своих. В общем-то, на эмоциях это все происходит. Вот разбираемся по каждому случаю, даем ответы. Все призывники преследования к месту службы будут обеспечены рационами питания. На сборном пункте убывающим в войска выдадут банковские карты для получения денежного довольствия. А также каждый призывник бесплатно получит сим-карту для связи в период прохождения военной службы. Максим Магомедов, Сергей Баскин. События.